Российская Федерация выразила протест Италии за обыск у Александра Логинова. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Подробности прямо сейчас. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что Россия направила Италии официальный протест. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник. Уточняется, что это связано с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова. По ее словам, подобные меры в отношении российских спортсменов неприемлемы. Итальянские карабинеры подтвердили, что при обыске не нашли никаких улик, добавила Захарова. По информации издания, на территории Италии предварительное расследование в отношении спортсменов продолжается. Дипломат выразила надежду, что исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем будут приняты, а виновные наказаны. Пока это все. Еще больше новостей из жизни российской столицы не только доступны на сайте mymsk.online. Всего доброго!